Итак, друзья мои, прямо сейчас у нас традиционный специальный блок Celebrity at Index, в котором мы награждаем лидеров мнений диджитал-индустрии, инфлюенсеров, музыкантов, спортсменов и киберспортсменов, а также прочих людей, к чему мнению в сети прислушиваются миллионы других пользователей. На предыдущих премиях мы уже награждали таких звезд, как Данила Поперечный, Маша Миногарова, Лисана Утяшева, главных героев Дружко шоу и даже Дмитрия Маликова. Был такой момент, Таня, ты представляешь себе? Мы все профукали. Надо Диме позвонить, узнать, как премия-то еще жива. Так, ну что ж, друзья мои, я так понимаю, что в принципе вот сейчас начинается интрига, потому что мало кто из присутствующих знает, кому же в этом году достанутся заветные статуэтки. Итак, награждать победителей следующих номинаций будут представители инфлюенсер-маркетинг-агентства Level Up Кирилл Борисов, а также основатель и генеральный директор Дарья Цветкова, исполнительный директор компании. Даша Цветкова, будьте любезны. Ну, во-первых, спасибо большое, что теперь я основатель и генеральный директор. Класс. Понимаете, иногда приятно, это фантастически очень, вот очень так приятно, вот брать и менять, да, титулы, согласитесь. Супер круто. Согласен полностью. Так, всем привет. Класс, вы так классно хлопаете. Всем-то аплодисменты. Мы, Даша и Кирилл из Label Up. Круто всех вас здесь видеть. Последний раз я был в Джипсе несколько лет назад, и меня, к сожалению, отсюда выгнали, наверное. Классно, что... Ты уверен, что об этом нужно знать вообще? Да, мне почему-то показалось, что все хотят это услышать. Не, а что, что-то поменялось вообще за этот период, нет? Да, я, честно говоря, когда сюда пришел, прошел, потрогал, все в порядке. Круто, что от Индекс уже который год собирает на таких крутых площадках всю рекламную тусовку, и год от года на этой тусовке никогда не появляется номинация Best Influencer Marketing Team, именно поэтому Best Influencer Marketing Team сейчас на сцене и будет вручать награды, а не получать. Ты молодец. Да? Окей. Не знаю, это вроде в сценарии было написано. Не было, но мы готовы. Окей. Слушай, ну я скажу только одно, то, что несмотря на то, что номинация у нас Celebrity, это индекс, на ваших плечах сейчас действительно очень серьезный груз ответственности. Вы сами-то готовы, нет? Мы вообще всегда готовы. Окей, ну что? Но мне кажется, поскольку сейчас номинация будет такая немножко Celebrity Influencer, Label Up, Influencer. Так вот, обязательно нужно хлопать, потому что все селебрити, все звезды, все инфлюенсеры любят, когда их встречают. Вообще-то все любят, когда их встречают. Давай попросим. Именно поэтому нас никто не встречал. Да. Ну ладно, поехали. Вы знаете, я думаю, что люди хлопали, но глазами. И поэтому здесь стелился такой легкий, как вы понимаете. Итак. О, конверт у вас, друзья мои, я готов объявить первую номинацию. Итак, номинация Best YouTube Influencer. Так. А я прочитаю. Давай, что там такое написано? Оу. Оу. Вот так вот, держи. Черный конверт. Прикрыла. Так, ну ладно. Best YouTube Influencer. Yep. Окей. Yep. Сегодня мы награждаем в первую очередь журналиста, но теперь еще и YouTube Influencer, который в этом году стал инициатором серьезных разговоров на острые темы и общественных дискуссий. Данный человек, который сейчас выйдет на эту сцену, может одинаково легко говорить на любые проблемы, будь то проблемы политики, моды, социальные, государственные проблемы, наркозависимость, все что угодно. Встречайте, друзья, большими-большими аплодисментами. Ирина Шихман! Ура! Громкие аплодисменты, дамы и господа! И все с телефонами. Ирина, ура! Раз. Народ, как вас много, привет! Спасибо. Я это все не возьму, друзья. Сейчас, можно мы поможем, я скажу пару мы поможем. Слов?
Ирочка, если что, можно микрофон на стойку водрузить, абсолютно нет, спокойно. Спасибо большое. Вот рядом стоит со мной режиссер программы «А поговорить». Благодаря его взгляду рекламные ролики всегда такие красивые, четкие. Главное, всегда видно бренд. Друзья, я вообще считаю, что главное сексуальное качество человека – это его профессионализм. И вот все, с кем мы работали из рекламодателей, были мега-профи. Во-первых, я давно не слышала на телевидении, когда работала фразу «А что вам нужно? Да делайте, что хотите!» И это очень круто. Спасибо всем вам. Вы те люди, которые позволяют оставаться журналистике свободной. Спасибо вам. Ирина, спасибо и вам большое, потому что вы открываете для зрителей столько злободневных, интересных тем. Друзья мои, аплодисменты! Аплодисменты! Что называется, а поговорить потом. Так, ну что, следующая номинация. Номинация «Лидер мнений Рунета». Давай я тебе помогу. У меня дрожат руки. Да? Да. Я вижу. Только прислони, чтобы не видно было. Вот сразу видно, Кирилл уже бывалый. Конечно. Бывалый. О, итак, друзья, мы приглашаем на сцену одного из самых ярких представителей Рунета. Человека, который вызывает восхищение у многих из нас. Блестящий русский язык, остроумие и умение искрометно шутить, в том числе и над собой, составляет такого замечательного человека, как Сталин ГУЛАГ, чье реальное имя Саша Горбунов. Количество подписчиков в Твиттере, внимание, 1,1 миллион человек. Количество подписчиков Телеграм-канала. Я, честно говоря, не думал, что столько бывает это в Телеграме. Это шок вообще просто. 411 тысяч подписчиков. И недавно Саша запустил шоу, проект на Ютубе, на котором популярные личности садятся на коляску и путешествуют с Сашей, беседуют на злободневные темы по интересным местам. Встречайте, Александр Горбунов! Друзья мои, поаплодируем! Спасибо, но сейчас, наверное, должна быть какая-то благодарственная речь классическая. Там нужно поблагодарить Господа Бога, но посмотрите на меня, разве я могу его за что-то поблагодарить? Ну и в целом как-то глупо благодарить того, кого нет. Зато я могу сказать спасибо людям, которые долгие годы меня читали, сейчас меня смотрят, и спасибо им за это, за их терпение. Спасибо. Саша, большое спасибо вам. Александр Горбунов, аплодисменты, пожалуйста. Так, друзья мои, прямо сейчас я объявляю следующую номинацию. Звучит она как Best Music Influencer. Ну ты откроешь, а я прочитаю, что там скрылось. А самое главное, никто же не знает, кто никто из селебрити сейчас появится, по крайней знает, мере, по половому признаку. Он, она, кто это будет? Сейчас я тебе другой стороной бумажку поверну, посмотрим, как ты справишься, давай. Ладно, на самом деле и я знаю, кто выйдет, и многие из вас знают, кто выйдет, потому что успели углядеть. Мы на сцену последним в данной номинации приглашаем, пожалуй, одного из самых известных и влиятельных российских музыкантов, чье творчество заставляет рефлексировать меня, Кирилла, нашего прекрасного ведущего, и я думаю, что всех вас, о современном мире, о месте человека в нем, об уважении, о человеколюбии. И этот герой, который сейчас здесь появится, Иван Алексеев, который не боится не только иметь свое мнение, но и выражать его открыто через свою музыку, бит и текст. И все мы его знаем как Noize MC. Встречайте! Супер, спасибо большое.
Спасибо большое, это для меня абсолютная неожиданность. Честно говоря, я не знал, куда иду, но приятно. Зовите меня еще. Прекрасное место, очень близко с моим домом. Смог приехать на самокате и сейчас обратно жонглирую этим всем, поеду туда. Спасибо большое, очень приятно. До новых встреч. Спасибо. Нойс, я прошу прощения. Кстати, ребята хотели сделать батл с тобой. Да. Тоже такой сюрприз. Мы подготовили песню. Давайте, поехали. В смысле? То есть так? Сюрпризо. Ну давай, надо на песню. Музычку давай, не будем, акапельно, да, акапельно, хорошо. Ну так или иначе, друзья мои, вы с такой легендой стоите. Что делать надо? Ой, что делать? Что ты в караоке делаешь, что и делаешь? Я знаю, только затянись мною в последний раз. Ты меня мордой в стекло, дави меня, туши мою страсть. Ответочка будет? Ладно, ответочку. Что? Я забыл, как дальше слова. Дело в том, что песня, которую я написал так давно, я могу спеть только с самого начала сам. Если вдруг я забываю строчку на концерте, все, борода. Начинается или фристайл какой-то, или я просто ничего не пою. Затянись мне в последний раз, вот оттуда я могу, а так вот с середины никак. Извините, пожалуйста. Жаль, что ничего не получилось. Ура! Поставьте записанные аплодисменты, чтобы хоть как-то скрасить этот странный момент. Зато поза удалась. Зато я спел. Ладно. Это был хороший речитатив.